Привет, друзья! Наконец-то хорошая погода. А сегодня я расскажу, как сделать, чтобы ваш лонгборд или мини-крузер ехал прямо, а не уезжал к другому. А точнее, в другого, что очень-очень плохо. Попросту говоря, мини-крузер иногда может вести в сторону. То вправо, то влево. Прям как меня сейчас. Скорее всего, если других деформаций не замечено в подвеске, в колесах и в деке, значит, дело в бушинге. Он деформируется от частого давления на одну сторону, и его надо попросту заменить. При выборе лучше приносите подвеску с собой, чтобы точно подобрать подходящий по размеру бушинги. Бывает такая ситуация, когда едешь, поворачиваешь, и бац, резко падаешь в асфальт. Это происходит тогда, когда колесо закусывает деку. Значит, либо вам неправильно подобрали мини-крузер под ваш вес, либо бушинги пришли в негодность. В первом случае мы просто худеем, побольше катаемся на лонгборде, а во втором случае мы опять меняем бушинги с учетом вашего веса, подбираем их жесткость, либо вставляем проставочку потолще между декой и подвеской. И проблемы с закусыванием не будет вообще. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы по поводу обслуживания, задавайте их в комментариях ниже. Пока! Катайтесь!